Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. Сегодня я хочу предложить вам связать очень простую и очень красивую резинку спицами. Такая резинка украсит любое изделие и придаст ему оригинальность. А если вы захотите связать что-то наподобие кардигана, можно продолжить вязать ее по краям полочек, и у вас получится оригинальная планка. Итак, давайте посмотрим, как выполняется этот узор. Первая петля у нас кромочная, мы ее переснимаем просто со спицы на спицу. Далее узор начинается с изнаночной петли, провязываем ее. Здесь у нас идут две петли, вот так вот они рядом стоят вместо одной лицевой. То есть узор на базе резинки 1 на 1, но вот здесь у нас вместо лицевой у нас 2 петли. Я потом чуть позже покажу, как их вывязать. И вот эти две петельки у нас провязываются вместе лицевой. Затем мы верхнюю петлю поддеваем левой спицей и еще раз ее провязываем лицевой петлей. То есть вот она у нас, 2 петли из лицевой мы вывязали. Затем снова идет изнаночная. Здесь мы провязываем 2 петли вместе лицевой, подхватили петельку верхнюю и еще раз провязали лицевую петлю. Снова изнаночная, то есть узор у нас дальше повторяется. Эти 2 петельки провязали вместе лицевой, подхватили верхнюю петельку, провязали лицевую и изнаночная. Ну, если, например, у вас здесь кардиган, дальше мы вяжем полочку кардигана. Теперь провязываем изнаночный ряд. Кстати, посмотрите, резинка у нас в изнаночном ряду тоже выглядит достаточно красиво. Смотрите, я провязала петли полочки и дошла до планки, в которой мы вяжем с вами резинку. Здесь у нас, помните, мы заканчивали изнаночной петлей, здесь у нас лицевая, то есть здесь точно так же будет все понятно предельно. Провязываем эту петлю лицевой, дальше вяжем еще одну лицевую, а третью петлю мы снимаем как будто изнаночную. Снова у нас, видите, идет лицевая, лицевая, еще одна лицевая и сняли третью петлю. Снова лицевая, лицевая, третью петлю мы сняли. И последняя петля у нас в узоре будет лицевая и кромочная. Вот таким образом мы провязываем изнаночный ряд. Все в лицевом ряду у нас снова все повторяется. А теперь давайте я вам покажу, как начать вязание, чтобы выйти на вот эти две петельки вместо лицевой петли. В самом начале мы с вами набираем петли, и петель должно быть нечетное количество. Первая петля у нас кромочная, мы ее снимаем. Дальше мы провязываем резинку 1 на 1, и это у нас будет изнаночный ряд, то есть лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее до конца ряда. Ряд у нас заканчивается лицевой петлей и последняя у нас кромочная петля. Перевернули вязание и сейчас вяжем лицевой ряд. Помните, я вам показывала, что он у нас начинается с изнаночной петли. Изнаночную мы провязали изнаночной, а из лицевой петли вот в этом ряду просто вывяжите 2, то есть подхватили петлю предыдущего ряда. Можете ее надеть на левую спицу и провязали лицевой. Затем саму петлю. То есть у нас получилось после изнаночной 2 лицевых петли. Снова изнаночная. И из петли предыдущего ряда добавили лицевую петлю и лицевую провязали лицевой. Вот таким образом мы продолжаем вязать до конца ряда.
То есть мы дошли теперь до того момента, когда уже можно вязать узор. Изнаночный ряд будет выглядеть точно так же, как я вам показывала до этого. То есть мы провязываем лицевую, еще одну лицевую, и вот эту петлю мы снимаем, третью. Снова здесь, видите, у нас идет лицевая. Лицевая, еще одна лицевая, и вот эту петлю мы сняли. Все так продолжаем до конца ряда. Таким образом мы с вами пришли к тому узору, который собираемся связать. Вот так вот у нас выглядит начало. Все, сейчас вяжем лицевой ряд так, как я вам показывала до этого. Я надеюсь, что вам такой узор понравился, и вы, конечно же, найдете ему применение в своих изделиях. Чтобы не потерять его, сохраняйте это видео к себе, делитесь в своих соцсетях, конечно же, ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписаться на канал. Я и дальше буду подбирать для вас интересные узоры, так что скоро мы увидимся. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!